Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам расскажу очень сильную молитву от Елисея Михайлова. Это авторская молитва, очень интересная. Я нашла ее на просторах интернета и хочу вам ее дать. Молитва от всех проклятий. Текст, конечно же, я оставлю к описанию этого видео. Итак, я призываю ангелов Божьих и все светлые божественные энергии и силы, которые могут мне помочь избавиться от всех проклятий. Если я кого-то проклинал в своей жизни, то я отказываюсь от всех своих проклятий. Я осознаю все свои ошибки, я осознаю и навсегда уничтожаю, сжигаю божественным огнем все свои проклятия прошлого, настоящего и будущего времени. Отныне и навсегда я запрещаю темным силам использовать мои проклятия в их темных делах. Я лишаю все свои проклятия, все их энергии и силы. Я сжигаю все свои проклятия божественным огнем. Как я произвел проклятия, так я их и уничтожаю. Повторить этот абзац 3 раза нужно. И если на мне еще остались проклятия, посланные другими людьми, я их тоже лишаю всей энергии и силы. Я сжигаю их божественным огнем. Пусть божественный свет наполняет меня и освобождает от всех проклятий. Пусть божественный свет наполнит всех людей, которых я когда-либо проклинал. Пусть божественный свет сожжет все проклятия, которые я когда-либо посылал на людей. Я освобождаю всех людей от своих проклятий. Я и сам освобождаюсь от всех проклятий. Пусть все люди, когда-либо пострадавшие от моих слов и мыслей, наполнятся божественным светом, энергиями, здоровья, радости, счастья, любви и мира. Я благословляю всех людей, которые когда-либо проклинал. Я благословляю всех людей вообще, всем людям вообще я посылаю яркие божественные лучи доброты, яркие божественные лучи счастья, яркие божественные лучи любви, яркие божественные лучи радости, яркие божественные лучи здоровья, яркие божественные лучи процветания, яркие божественные лучи мира, яркие божественные лучи благополучия. Из самых глубин своей души посылаю эти яркие, светлые, исцеляющие лучи всем-всем существам Земли. От всей души желаю всем любви, радости, света, счастья и вкладываю в это желание всю свою энергию. Пусть восторжествуют светлые силы Земли и рассекаются все силы тьмы. Этот абзац тоже повторяем 3 раза. В знак серьезности своих слов и намерений я посылаю светлые лучи всем существам Земли, космоса и Вселенной. Пусть эти мои слова достигнут самых далеких глубин Вселенной. Пусть эти мои слова услышат и почувствуют все существа и сущности, всех видимых и невидимых человеку, пространств и измерений. Пусть мои слова услышат все ангелы и сам Творец. Пусть все они будут свидетелями отныне и навсегда. Я лишаю свои мысли и слова любой негативной, разрушительной энергии отныне и навсегда. Мои мысли и слова не смогут причинить никому вреда отныне, даже если я случайно и помыслю плохое или выскажу негативные слова, то пусть они сгорят прямо тут же, не причинив никому вреда. Темные силы, я запрещаю вам использовать мои негативные мысли и слова в ваших темных делах. Если вы будете пытаться использовать мои мысли и мысли в ваших темных делах, то вас сожжет божественный свет отныне и навсегда. Пусть мои мысли, слова и дела наполнятся божественным светом и всегда несут мне, окружающим людям и всему миру, радость, счастье, здоровье, любовь, мир, мудрость и процветание. Пусть божественный свет отныне и навсегда наполнит всего меня, всю мою семью, всю нашу страну и всю землю. Этот абзац тоже читаем 3 раза. Вот такая вот интересная молитва, но очень действенная. Я надеюсь, она кому-то будет полезной, кому-то этот ритуал тоже понравится и будет полезным. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть на моем канале. Я вас всех очень люблю и желаю вам всего самого наилучшего в мире.